Всем привет, с вами Кирилл, вы на канале Кирилл Гейм, это второй видос уже по разоблачению, чуваки. Хочу попросить перед видео, чтобы каждый, кто посмотрит это видео, поставил лайк. Для чего? Не для меня, чуваки. Для того, чтобы все, кто играет, или собирался играть, или будет играть на сервере, чтобы они больше никогда там не играли. Чтобы, понимаете, люди как бы там не играли, потому что человек реально неадекватный, он ради все денег делает. Сейчас я вам покажу переписку с основателем Atom Roleplay. Итак, давайте зайдем сейчас в ВК. Вот переписка с основателем. Я ему написал, типа, вот, что будет видос, типа... Просто написал, чтобы он об этом знал, понимаете? Он, смотрите, что он пишет. Лол, вообще похуй. Кэш срубили, делай, что хочешь, понимаете? Он все делал ради денег. Он все делал ради денег. Я пишу, я зашел на сервер через спектр, ла-ла-ла. Он пишет, лол, говорю, похуй, мы кэш приличный срубили. Я пишу, ха, ну окей. Так что, ББ, ссылку только дашь, я дизов намотаю. Ну да, дизы там есть, там 12 дизов. Возможно, это он намотал, хотя, когда я ему скинул видос, сразу 3 диза было. Я уверен, это он. Мне как бы похуй на эти дизлайки, в принципе, ладно. Я тебе не смотрю, ссылку скинешь, я намотаю и все. Пишу, нет. Вот я ему скинул, короче, жду дизов, пидор, пишу я ему. Хуй, идор. Я пишу, фу, быть таким, как бы, ебало бы тебе хорошо набить за такое. Он пишет, ха-ха-ха, себе набей. Я пишу, стрелочник ебаный. Бабок он срубил, ебало бы тебе кулаком срубить. Он пишет, ха-ха-ха, больше рубить не будешь, это я тебе обещаю. Реально, чуваки, у кого есть аккаунт админок? Сливайте, просто баньте всех, чтобы люди там не играли. Либо давайте мне аккаунты, и я буду сливы делать и снимать это, в принципе. Многие писали, типа, делай сливы на других серах. Пацаны, нужно делать сливы там, на таких серах, какие заслужили это. Этот Рома, Рудской, он заслужил это. Не знаю, возможно, ссылочку на его ВК, короче, я оставлю в описании, чтобы, возможно, вы хотите ему что-то написать. Либо сами найдите. Зато срубили и окупился в два раза точно, так что удачи. В два раза он потратил где-то на пиар, пацаны, ну, тысяч так 300, допустим, да, в два раза. То есть 60 тысяч, я думаю, он пиздит, реально, я думаю, он пиздит. Невозможно столько отбить бабок, понимаете? Так, читаем дальше. Так, пишет Алёшка, пишу, ха-ха, ну ничего, земля круглая, тебе все вернется. Это тебе все равно, ты реально тупишь жестко и ничего не понимаешь. Что происходит? Пишу, ага, что мне вернется? Жди сливы и видосы, дядя. Ты так просто не делаешь. Реально, я так просто так не хочу стрелять. Потому что, понимаете, я вас, подписчиков, привел на этот сервер. Я вас оттуда и заберу, понимаете? Как бы, я думаю, все ютуберы, какие там снимают, играют, я вам советую там не играть. Лучше снимите, допустим, вот такой вид видео, скажите игрокам своим, то есть подписчикам, чтобы они там не играли. И сами там не снимайте, чтобы люди туда не шли. Даже если вам платят. Если вам платят, и вы будете дальше там снимать, чуваки, ну, я считаю, такие ютуберы вообще в ютубе не нужны. Как бы. Это там я скидывал ему. Я пишу, та реклама, какую ты у других ютуберов заказал, просто будет теперь до пизды. Так что удачи. Хуйло. Я ему написал, в принципе. Насчет рекламы. Это я веду к тому, что вы увидите, допустим, это видео, и поймете, что там играть не надо. Вот и все. Вот что вы и поймете. Вот этот человек. Я на самом деле не понимаю админов, какие там играют. Смысл админить на сервере, где онлайн 20-25 человек. Вот давайте, допустим, даже сейчас зайдем на... Вот, сейчас я зайду, подождите. Вот, смотрите. Онлайн 96. 16 у них сейчас онлайн, потому что 80 человек это боты. В принципе, меня уже забанили на сервере, как бы, я сливы не могу делать. Кто может дать аккаунт с админкой, то я буду благодарен, пишите мне в ЛС, ВК. Ну серьезно, блин, такой бред просто. А, что я забыл вам показать, секунду. Вот, короче, слушайте, что он говорит. Сейчас загрузится, чуваки, просто... Интернет у меня такой, пацаны. Буду 100 килобит делать, ну, сейчас прогрузится, вы услышите, что же он сказал. Блять, реально ебанутый, я тебе говорю, что я уже, блядь, кэш срубил, то есть мне похуй, делай, что хочешь, если у тебя время позволяет. Видите, я делаю, что хочу, в принципе. Кэш он срубил, окей, руби дальше, пацан. Но ты этого делать уже не будешь. Серьезно, я буду... Инфа, если будет ко мне приходить, я буду снимать видосы, то есть говорить вам все, как есть, как бы...
Я не хочу, чтобы этот проект дальше развивался. Я хочу, чтобы там играли только боты, пацаны, так сказать. Чтобы 80 человек только было, это боты, и все. Чтобы никакой больше игрок туда не заходил играть и не тратил туда свои бабки. В принципе, видите, Аван сейчас 15 человек. Ну, как бы 95, но 80 человек это боты. Вот, теперь 94. Просто онлайн падает на глазах. Я буду все делать ради того, чтобы, сука, этот проект нахуй умер. Потому что он обманул меня, он обманул моих подписчиков, он обманул подписчиков других ютуберов. Я писал многим ютуберам, что вот им кидал переписки, им писал, что типа вот, там он наебывает и так далее. Но ютуберам похуй, они снимают дальше. Я не буду говорить, какие ютуберы снимают дальше, вы можете сами прописать в ютубе. А там ролиплей, и увидите, кто же, блядь, там до сих пор снимает. Я думаю, для вас это не секрет, как бы. И я не знаю, я не могу этим ютуберам доказать ничего, как бы я им куда я пруфы, что вот, он наебывает. Им похуй, понимаете, им похуй. Такие ютуберы просто ради бабок, получается, и все. На этом у меня все, всем спасибо за просмотр, ставьте обязательно лайки, чтобы все посмотрели это видео и больше там не играли. Если у вас есть аккаунты с админками, пишите мне, давайте, либо сами там слив делайте, но если хотите мне аккаунт дать, я с радостью его возьму. На этом у меня все, ставьте лайки, ждите, возможно, новых видео, всем пока-пока. In the mirror, I said, man, I'm alright. Little did I know I'd be crying.